бары чуть попозже выходят. Или к бару, говорю, Мараны. Брызгаю. Всегда, когда доставала, брызгала, потому что у Маранов скорлупа поплотнее. Так, этого пока убираю тоже в инкубатор. Доброе утро. Доброе утро, заяц. Здесь Козлина бегает. Шоколадкин. Здесь еще кто-то бегал, но я когда зашла, дверь закрыла, они туда, по местам. Козел Остап бодается, да? Ты с Альпунькой бодаешься? Деловой. Так, по-быстренькому. Быстренькому наливаю водички сейчас. И? А, думала этих оставить. Обещали жуткую ночь. 30 градусов, но у нас было 26. Взъерошился весь, да? Ощетинился. Ах ты деловой, козлина. А? Это Геракл, который. Вот, у нас 26. А в некоторых местах по Тульской области, я знаю, люди говорили, 32 было. Так что здесь передавали, в принципе, все правильно, что аномально. Для нашего края холодно. Я не знаю, люди показывают, где им там на севере, да, 30 градусов. Ой, как здорово, как сегодня замечательно. Вообще, для нас это не очень. Так, ну ладно, думала, на улице не пойдем. Все, совершенно точно. А там сейчас аж 14 градусов. Вот она. Вот она, Туся. Вот она, Тусек. Тусек, привет. Подожди, я тут пришла. Так что сейчас побежим на улице. Эй, красавец. Красавчик, подъем. Красавчик, подъем. Вставай, давай. Сейчас быстренько водичку. Тусь, ну ты видишь, я только зашла. Сейчас, Альпунь, побежим. Так что побежим. Солнце так греет, уже такое солнышко хорошее, да, классное. Всегда. Ну, красавчик, пришел к хозяйке. Ну, наконец-то изволил встать. А то что это такое? Где? Ты где, Туся? Туся, лапуся. А? Тусек, не надо меня есть. У меня и так этот свитер. Где здесь? Здесь не видно. Он весь в дырочку такой свитер. Не надо есть. Не надо. Все, давайте. Миша, у соседей так и пасется. А, ну хватит, Тусь. Этой ставлю подальше, чтобы рогастая коза не отгрызла ей уши. Пьет. У козла опусти голову. Ну, подходи, давай. Зараза такая, хоть кого-нибудь погрызть. Болячки, видите, все, болячки отскочили. У Туськи вон одна, видите, вот она одна отскочила, вторая еще держится. И одна уже это заживает, все. Вода заледенела в ведрах у коз, естественно. Видите, животик у ребенка. Да, Гераков? Во, котлет-то будет, да? Давай, расти. Иди, давай. Ага, вот залезла их грызть. Вылази теперь, вылази. Зацепилась. А, отцепилась. Хотела уже, руку освободила. Кудряшка. Тут кудряшка, наверное, с ним бегала еще. Я, главное, как захожу, и они все, в рассыпную. Мама пришла. И по своим этим, по своим комнатам, каждый, где живет, туда забегает. Как только я дверь открываю. Да хватит грызть.
Так, тебе еще водички подлить. Крумарова. Крумарова. Говорите. Угу, язык. Язык покажите, давайте. Вот так. Крумарова. Хоть козу облизать дайте, хоть что-нибудь полизать. Все, по расписанию, подожди, видишь? Взяла ведра. Так, погнали. Сейчас открою. Ты куда, на выгул тоже попу морозить? А? Там ты так шустро не будешь бегать. Видишь, что творится? Ну, эта неделя вся морозы, ну, потерпеть. Дратуйте, дратуйте. Миша, дратуйте, наконец-то от соседки оторвалась, да? Ну, сейчас, девчонки, видите, показывала, они молодцы. Вот прям редкие палочки оставляют, если я... Нюхает меня, кто меня нюхает? Если я сюда еще зерна так подсыплю, и они эти палки доедят, прям вообще такие молодцы. Ну, тут шоколада тон задает. Все едят, как люблю таких кош, прям молодцы. А некоторые будут стоять тощие. Один позвоночник, выходи, Тунис, давай. Один позвоночник и будут стоять, ковыряться. Кончики сгрызут. Понеслось, мать уходит. Давай. Давай, давай. Еще водички принести. Ребзи, пойдем, давайте. Я же вам там сейчас насыплю. Давайте пока прикроем. Пошли, мой караван. Немножко вас осталось. Потерпите, скоро сейчас уже, наверное, начну коз выгонять. Ну, наверное, когда прям вот уже ноль будет такой устойчивый, дойных я имею в виду. Не туда, тут траншею прорыли, теперь туда, чтобы тачку отвозить с навозом ребенок. Они тут путаются по полю, куда, если снегом все заносит, все, они вообще не знают, куда идти. Дин, сейчас. Давай. Давайте. Ну, Алтай, ну давай, ну. Альпин, иди. Давай. Дай, давай, вкусняшку нашел. Пойдем посмотрим, у вас осталось там после вчерашнего? Нет, иди. Осталось, еще погрызете, сейчас вам овощей накидаю с комбикормика. Давайте. Ну, давай. Папа сегодня с утра ее кормить быстрее. Ой, оттаяла ты. Молодец. Попроси еще, давай. Вот так, все открываем, все. О, говорит, у Динки уши, нос, шея, вся выни, она вся заледеневшая. Два раза ходил с утра, ее кормил. Нужно было потерпеть, потому что знаем, что днем-то погодка. Смотрите. Ну, дворняжка была бы. У нас до этого жил 15 лет Стафа, стафаширский. Ну, тот, конечно, диванный песик. Хоть его люди и боялись в ужасе. Ну, бойцовая собачка. Вот. Но те вот кошерстные, тех никак на улицу не выкинешь, конечно. Они не для улицы, они не охранники, чтобы лаять. Он лаять гавкать не будет, знаете, да? Такие породы серьезные. Они просто зайдут и откусят чего-нибудь. Вот. А так они как дворняжки брехать не будут. Давай, заходи. Поесть.
таскилку для сена. Сейчас подаю коз, покормлю детей вот этих вот. И пойду притащу сена. Потому что на вечер-то мне хватит, но чтобы я тут потом в темноте не лазила по улице там в ночи, я лучше притащу сейчас и поставлю там. Сейчас, сейчас, ты видишь? Ну, только начинаю, я только начинаю. Тебя надо обратно запихнуть, да, тут ты? А то ты так и будешь здесь мешаться. Или куртку мою ешь? Так, мягко все. Помылка не брыкается ни в коем случае. Она, как, когда я ее начинаю доить, она начинает топыриться вся, корячиться, чтобы мне удобнее было вымя держать. Вот это мне, конечно, совсем не нравится. О, вас сколько здесь? Заяц, иди ешь зерно. Не хочешь, да? Сейчас и козы будут скакать из-за них. Тусика домой полезла. Давай. Давай, быстрее. Сейчас пролезем. На, Туся. Ань.
Сейчас я козел тебе, подожди. Ты сейчас получишь. Тусь, на. Туся, на. Тусь. Ну, а, ух ты, коза это, да? Ты сейчас получишь по ушам по своим, по большим. Деловая. Давай, пойдем, давай. Ага. Хотела сказать, а, ты козел, ты не зая, да? Ты козел, ну ешь, ешь зерно, ешь. А где, а вон заяц. А я пока пойду соберу яйца. Хочешь? Не хочешь, как хочешь. Ой, никак я ее не возьму. Знаю это. Все, иди. Так, ведро я здесь оставляю с зерном. Раньше... А, вам здесь не видно? Давай немножко. Сюда. Ешь, ешь, иди, козел. Ну ты и так жирный. Раньше всегда убирала, прям панически боюсь. Иногда бывает, как внимательно не смотрю, иногда бывает, знаете, заходишь и в ужасе глаза свои выставляешь, в сарай заходишь, а там коза какая-нибудь гуляет и ест комбикорм, и уже съела, кто его знает чего. Вот, и всегда страшно. Хоть и проверяю засовы эти, но бывает. Редко, конечно, но бывает. И раньше ведро это вообще прятала. А сейчас оставляю здесь зерном. А потому что все эти дети, они вылазят, я-то ухожу, и они сразу, ура, свобода! И они вылазят из своих этих, из дырок из всех, и бегают, балуются, и, видите, едят зерно. Это, конечно, жирно, он прям уже просто толстый, ему бы уже не надо. Вот я не знаю, вам видно его бока? Он прям уже такой. Вот, но оставляю здесь, потому что они побегают, походят. А вот сейчас не перекрыла сеткой сена, и они там уже прыгали. Пойду этот, сетку подставлю. А, уселась. Мне же еще сено тащить. Его еще насобирать там надо, запихать это час где-то. Угу. Хотела сказать, все, я все свои дела сделала, как всегда, да? А нет. Еще идти за сеном тащить. Закрою. А то прям когда они здесь что хотят, то и делают. Мне так не нравится это.
пошла за сеном. Дотащила, открывая дверь. Козел все стоит, ест. Я даже не знаю, он так жирный. Козел, но мне не жалко, но что-то прям как-то, наверное, я уберу. Да? А то ты, друг, у нас круглеешь. Ой, корова выросла, теперь с козлом дружишь, давай. Дин. Нет? Не такой друг, да? Не такой. Корову Морову пока. Я ухожу. Я тебя оставляю, корову Морова. Корова Морова. Что ты такой здоровенный, а? Корот, пип. Пип. Ой, какой он больный. Больный язык-то. Шершавый. Все. Дин, пошли, Динка. Дин, я ухожу, Дина. Козел, ты не с нами. Ты здесь остаешься жить. Нам друзей хватает. Да? Пошли, Дин. Пошли, пошли, уходим. Ага, а это я забираю. Ну и все. Динка пошла с ним нюхаться. Ушла. Ну, наконец-то я вам скажу свою любимую фразу. Здесь я все сделала. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Да. Это здесь я сделала, теперь полезу по индюкам.